Красиво, вкусно, но ветрено и холодно. Такая рабочая обстановка в саду колхоза «Родина» Белоническского района. Яблок много, и они отменного качества. Чтобы вовремя убрать урожай, там сейчас работают толокой от подростков до пенсионеров. Сбор урожая во всей области скоро финиширует. В новых садах региона, посаженных в недавние годы по программе развития плодоводства, уже собрали более 11 тысяч тонн продукции. И это на 2000 тонн больше, чем в прошлом сезоне. Осень в саду встречала наша съемочная группа. Как идет работа? Хорошо. Не холодно? Нет, нормально. Старшеклассники из Вишовской школы оторвались от занятий и помогают хозяйству собрать урожай яблок. Думали, дождь будет. А дождя нет, вот и хорошо. Ну да, это помогает работать, конечно. Сколько в день собираете яблок? Ну не знаю, тележки 3 огромных, бывает 4. Вместе с детьми работают учителя и технический персонал школы. В школе у нас постоянно, вплоть до апреля месяца, есть в школьной столовой яблоки. Колхоз обеспечивает бесплатно. Кроме свежих яблок, хозяйство еще во многом помогает школе. Начнем с того, что стипендии Родины школьникам за хорошую успеваемость и поведение уже выплачивают много лет. Ну, для меня работа не сложная, но платят по 60 тысяч в день. Это хорошо. В этот урожайный сезон в хозяйстве рассчитывают реализовать как минимум 360 тонн товарных яблок. Их уже продают. Цена 60 копеек за килограмм. Основной покупатель – Российская Федерация. Зимой яблоки хорошо покупают белорусские организации. А вот с тех пор, как польские яблоки убрали с российского рынка, продукцию Родины в соседней стране берут лучше и оценивают хорошо. По моему мнению, наше яблоко гораздо лучше, чем польское яблоко. Ее можно спокойно дать ребенку в руки есть, потому что обработки польские слишком много. У них доходит не менее 50 обработок в сезон. У вас? А наша максимальная где-то 15. И то от вредителей. Белорусские сорта дают хороший урожай, даже несмотря на неюжные белынические широты. Так что работа кипит. Все силы кинуты на то, чтобы в максимально сжатые сроки убрать, чтобы яблоко не осталось зимовать. Но погода была, похоже, для вас неприятным сюрпризом. Ну, мы предполагали, что октябрь есть октябрь, конечно, рассчитывали на то, что будет такая погода. Но все сделалось, природа, ничего тут не поделаешь. Когда урожай будет убран, то начнется уборка самого сада и подготовка к зиме. Она, зима, уже близко.